Ты глупец. Тоуна нужно стереть из времени, как ты не понимаешь? Деспера, без своей скорости Тоун больше не сможет никому навредить. Тоун уже восстанавливал силы. Последнее предупреждение, Флэш. Отступи, дай ему умереть, иначе ты сильно пожалеешь. Нет. Барри! Еще не поздно, Флэш. Позволь Тоуну умереть, чтобы не допустить Армагеддон. Готовься, Аллегра, идем за Флэшем. Нет, Барри справится с Деспера. А вы защищаете Тоуна всеми силами. Уверена, босс? Да. Если Деспера нападет, мы должны быть готовы. А если Деспера убьет Барри? В тот раз это чуть не случилось. Надеюсь, и не случится. Ты не герой Деспера. Ты такой же, как Тоун. Это ты так думаешь, Флэш. Я-то знаю, что нужно делать. Ради всеобщего блага, ради того, чтобы народ этого мира выжил. Мне остается только показать тебе. Честер, заблокируй Старлапс. Черт, электричества нет. Как там Тоун? Тут вообще странно. Резервная система сработала, но только для силового поля с Тоуном. Что? Нет, не может быть, если это не... Это Деспера. Это нападение. Ложитесь! Мия, ты что творишь? Айрис, Уэст, Аллен. Вы с Флэшем приняли это решение. И сейчас ты умрешь за то, что оно неверное. Мия, услышь меня. Это не ты. Мия. Мия, она права. Возьми мою силу. Возьми и борись с ним. Эмпат. Думаешь, я освобожу этот идеальный сосуд? Мия, хватит. Я знаю, ты справишься. Этого дитя больше нет. Человек. Нет, неправда. Мия, я знаю, ты можешь, потому что уже делаешь это. Сама смотри, ты бы уже всех убила, но нет. Мия. Она права. Борись с ним. Невозможно. Подумай об Уильяме. Разве он хотел бы этого для тебя? Айрис. Аллегра. Мороз. В коридоре. Я сбегаю. Мне так жаль. Мой сосуд подвел. Твои друзья выжили. Мия? Что ты сделал? Ничего по сравнению с тем, что сделаю сейчас. То он должен умереть, значит, так и будет. Поэтому я прямо сейчас беру все в свои руки. Я буду героем, который нужен этому миру, Флэш. Не ты! Меня зовут Барри Аллен, и я самый быстрый человек на Земле. Для всего мира я простой криминалист, но вместе со своими друзьями в Старлапс я тайно борюсь с преступностью и ищу прочих металюдей.
Наш мир стал гораздо опаснее прежнего. И только мне хватит скорости спасти его. Меня зовут Флэш.